Жители Карачаево-Черкесии очистили от мусора более 500 километров береговой линии. Экологическая акция по очистке берегов от мусора, которая проводилась в рамках программы «Вода России», стала самой масштабной из серии подобных мероприятий, проведенных в регионе. Ее участниками стали 11,5 тысяч человек. Общая протяженность очищенной береговой линии в 8 муниципальных районах республики составила 520 километров, и собрано было более 4,5 тысяч мешков мусора.